13 мая в городе Тосно состоялся третий областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди девушек и юношей в возрасте от 11 до 15 лет, посвященный 90-летию Ленинградской области. Ребята из 16 муниципальных районов 47-го региона приехали побороться за возможность представить Ленинградскую область на всероссийском этапе, который пройдет в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Сланцевский район на фестивале в Тосно представляла команда из 7 человек. В общекомандном зачете наша команда заняла 12 место. А по личным результатам ребята сумели показать неплохие результаты. Так Груничев Глеб взял золото в беге на 60 метров, бронзу в поднимании туловища и аналогичную медаль в метании. Парамоненко Кристина завоевала золотую медаль в поднимании туловища. А Круглова Диана сделала это же упражнение на пару раз меньше и, соответственно, заняла второе место. Андреев Никита занял третье место в поднимании туловища, и второе место в метании досталось Павлу Леонтьеву. В итоговом командном первенстве первое место заняла команда Тоснинского района, второе место у команды из Гатчинского района, и третье место завоевала команда Бокситогорского района.